Строительство храма началось в селе Казачья Слобода недалеко от Шацка. На центральной площади возводят церковь в честь Архангела Михаила. В небольшом здании закончили строительство стен. На стадии завершения находятся кровельные работы. Была цель все-таки построить маленькое уютное место для все-таки молитв населения. Да, население там как бы Шацка, население Казачьей Слободы и, конечно, для гостей. Инициировали постройку храма местные жители и епархия. К строительству подключились небезразличные люди. Однако объем запланированных работ очень большой. Впереди внутренняя отделка церкви и ее убранство. Внести свою лепту в строительство храма может каждый желающий. Любой желающий, который хочет нам как-то помочь, чтобы все-таки храм как можно быстрее стал работать. Вот. Любой желающий, он может нести какое-то добровольное пожертвование. О чем будет внесена запись в церковный журнал, будет человеку подарен данный сертификат со всеми соответствующими отметками. Вот. И, соответственно, человек будет обладать, так скажем, одним маленьким кирпичиком в стенах этого храма. Считается, что Архангел Михаил является судьей, выносящим приговор душам грешников и открывает праведникам врата вечного блаженства. Молитва, возносимая ему, содержит просьбу о помощи в борьбе со злом и в поддержке на страшном суде. Имя, да, на того человека, которому все-таки подарен сертификат, оно будет обязательно упомянуто в церковных службах. То есть за этого человека будут молиться, потому что его эта помощь, она будет очень для нас ценной. Перечислить средства на храм в Казачьей Слободе можно безналичным путем. В благодарность за любую сумму пожертвовавшему вручат сертификат на владение одним из кирпичей здания. Получить ценную бумагу можно по адресу проезд Завраженного, дом 5, или попросить доставить на дом. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».